Всем привет, дорогие друзья, всем привет, дорогие подписчики, с вами Стас. Сегодня у нас будет обзор консоли PlayStation 3, а именно ее внешний вид, входы, выходы и как устроена сама консоль. Давайте же начнем. Итак, сама консоль вот сверху выглядит вот так, данным образом. Это глянец, очень маркий глянец. Как вы думаете, где прячется дисковод? А дисковод прячется именно вот здесь. То есть вот таким вот образом он открывается. Также он открывается еще по кнопочке. Так, давайте же с этой стороны начнем. Вот это вот у нас кнопочка открывания дисковода. Как бы вы ни нажимали обратно, дисковод у нас не закроется. Это включение-выключение консоли. Здесь у нас имеются два USB-порта. Индикаторы о том, что консоль подключена в сеть, логотип Sony, чтобы вы не забывали, какую консоль вы купили. Вдруг вы купили Microsoft консоль. Ну. А здесь вот у нас перечислены все форматы, которые поддерживает эта консоль. Это Blu-ray, DVD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Bluetooth и HDMI. Снизу у нас вот такие вот прорезиненные кубики, чтобы консоль не скользила. И вентиляторы. Давайте же мы... Так, сбоку у нас под каким-то боком прячется под этим. Вот здесь вот у нас разъем для... держалки для этой консоли, чтобы она у вас стояла. А с этой стороны у нас прячется жесткий диск. Поэтому я купил консоль на 12 гигабайт, чтобы потом ее усовершенствовать. Так, давайте же посмотрим зад. Здесь у нас все основные элементы. Это выдуватель воздуха, интернет, если у кого-то еще есть кабельный интернет, вы подключаете сюда кабельный интернет, HDMI, штука, которую я не знаю, вот эту вот. И для композитного кабеля, тюльпанчика, если у вас нет HDMI. И вход, чтобы консоль питалась. Ну что ж, это в принципе все по внешнему виду этой суперской консоли уходящего поколения. Всем спасибо за внимание. С вами был Стас. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить пальчики вверх. Рассказывать друзьям о моем канале, чтобы они пришли и подписались. Будет еще много интересных видео. Пока.